Модель Т, 1917 год, LCP, автомобиль армии Австралии. Один из самых массовых и знаменитых в мировой истории был легковой автомобиль модель Т, выпускавшийся компанией Генри Форда. Эти автомобили широко использовались на фронтах Первой мировой войны. В частности, австралийская конная дивизия имела в своем составе машину модель Т, производство британского филиала Форд с вооружением из пулеметов Льюис под названием LCP, легкий патрульный автомобиль. Они участвовали в боях в Египте и Палестине. Также у нас в наборе имеются водители «Анзац». Это такой корпус пехоты австралийской. Ну и сейчас непосредственно к обзору нашей модели. Это модель компании ICM. Модель у нас в 35-м масштабе. Новинка. Очень понравилась, неинтересная. Кстати, если хотите увидеть сборку, пожалуйста, напишите комментарий. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк. Первое, что мы видим, красивый красочный бокс. Далее коробка из плотного картона. В коробке у нас инструкция в виде журнала формата А4. Два пакета с литниками и декаль. Декаль выполнена на новой бумаге, которая не доставит вам никаких проблем. Инструкция очень-очень-очень подробная. Это очень классно, мне нравятся инструкции. На инструкции указаны краски производители Revel и Tamiya. Каждый шаг инструкции описан очень подробно. Последняя страница цветная, что показывает, как покрасить данную модель. Литники у нас серого цвета, серый пластик, мне очень нравится компания ICM, приятный в обработке, хорошо склеивается. Миниатюра также на сером пластике. Качество миниатюры проливки очень хорошее. Лица, руки, пальцы, все пролито очень хорошо. Детали одежды. Поэтому, если вы, кстати, очень хорошо красите, скажем так, миниатюру, поэтому этот набор точно вы можете брать, потому что миниатюра, она очень классная. Модель Т сама, это уже давно зарекомендовавшаяся модель, очень хорошая в сборке, очень множество положительных отзывов я уже слышал про данную модель, и мне тоже она очень нравится, думаю, ее обязательно собрать. Я уже говорил, если хотите увидеть сборку, напишите в комментарии, я обязательно ее соберу. По поводу проливки, проливка очень хорошая. Даже самые мелкие детали пролиты очень хорошо, поэтому, я думаю, при сборке проблем у вас возникнуть не должно. Так как инструкция очень подробная, я думаю, модель может собрать как новичок, так и опытный моделист. Каких-либо дефектов на литниках я не обнаружил. Деталей не очень много, инструкция очень подробная, модель буквально на пару вечеров, и она будет уже вас радовать на вашей полке. Ну, приятного просмотра, не забывайте поставить лайк, подписаться на канал, спасибо, пока!